продолжение трех базовых моделей, это V-модель разработки через тестирование. Хотя ее и называют как там, продолжение каскадной методологии, на самом деле это не каскадная методология, это не методология внедрения, это некий такой принцип, на основе которого можно разработать качественный программный продукт. Почему? Потому что он ставит в соответствие требования, которые предъявляются к программному продукту, и те виды испытаний, которые проверят, насколько эти требования были реализованы. Ну, допустим, кодирование проверяется функциональным модульным тестированием. Функциональные требования пользователя проверяются системным тестированием. Пользовательские требования – интеграционным тестированием и бизнес-требования верхнего уровня – приемочным тестированием за счет проведения такого сквозной цепочки документов. Поэтому V-модель разработки через тестирование – это такое некое унаследование каскадной методологии, но это больше некий принцип, нежели методология.